Друзья, всем привет! Я рад вас видеть на моем канале. Канал про охоту, рыбалку и многое другое. А вы смотрите этот ролик. Запуск. Погода. Да, всем доброе утро. 14 сентября. Нет, 15, да, сегодня? 15. Вот. Идет мелкий дождик. 3 градуса тепла. Выдвигаемся на утреннюю зорьку. Если это можно так назвать. Тоже, говорит, вам спать-то не дает, да? Да. Нет, говорит, оделись. Нет. Поперлись. Ладно. Рассветает, включимся. Ну что, друзья, вот мы на месте. Начинаем нашу увлекательную охоту. Вот мокрый дождичек. Пару часиков, что будет. Прошлая утраночка на этом месте у нас прошла удачно. Вон три. Зараза. Ну хоть что-то пролетело пока. Ух ты, так пронесся. Добреющий полет. Хоть дождик прекратился. Есть! Такое дело.
тролли меня. Первое сегодня. Стая сейчас пронеслась нырковых. Уже есть уточка. Выстрел был красивый и заснятый. Патрончик Азот, 32 грамма, серии «Русский охотник», пятерочка. Пронеслась, но далековато от меня. Летит. Эти два куда делись? С полем! Ты не нашел того? Того нашел? Я просто вторым его взял и думал, что он подран, и сейчас 34-м рисунок обид. И в полете взять его за третий. Ты его нашел? Да, он прям рядом. А ты видел стаю... Стаю северную видел над головой? Да. У тебя прошли штук 10. Ха-ха-ха, зараза, блин. Первые два смазал. О, пух летит.
А? Вот он, битый наш. Он тут влепился, блин. О, с полем еще раз. Но ему мощно попало. Первым два смазал, в третьем зацеп попал. Выцелил нормально. Попал. Отгребла бы сейчас цапля, блин. Андрюх, идет на тебя. Молодец! Полем! Молодец! На канал упал, да? Тряночка продолжается. Да-да-да. Потом с вами чуть побродим с подхода. Зайдем на клюквенное болото. Соберем немножко клюквы, если она есть. Вот, а то запасы у меня клюквы закончились прошлогодние. Надо пополнить. У меня есть пару ведерок трехлитровых. Соберем. По пути посмотрим уточку на каналах. Как-то так. Пошел я профиля собирать. Они сейчас жирненькие. Да, красавцы. Ладно, нас с полем. Еще раз. Мы выдвигаемся к машине. И я буду бродить потом.